يا مجيب الدعوات Шайтуану Шайтану Раджим, Бисмиллахи Рахим, Ассаламу алейкум Рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и вновь продолжаем нашу тему, посвященную проповеди посланника Аллаха вместе Рамазан. Эта проповедь была сказана э, в предыдущем месте, вместе с Шабан, и она по этой, по этой, причине известна как шаабановая проповедь. Э, на прошлой передаче мы говорили о ценности ночных намазов, о ценности чтения Корана в этот месяц, о ценности Произнесение множества салаватов, благословений пророка и его семейству. И хотелось бы продолжить эти темы с нашим уважаемым гостем, поджателем Стамбуль Маслем Шейх Гурбаном. Салам алейкум Шейх Гурбан. Алейкум салам рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, как я помню, мы на прошлой передаче говорили именно о ценности салаватов и о ценности чтения Корана. И в общем мы говорили о том, что в этот месяц более нужно внимательно относиться к своим желательным действиям, помимо того, что нужно внимательно относиться к обязательным к грехам также и очень стоит большое внимание уделить желательной части так как желательные вещи мы не обязаны делать как мы знаем мусульмане но именно в этот месяц они очень ценны Возможно ли продолжить эту тему والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين يا прежде всего приветствую наших дорогих зрителей зрителей HD TV 3 и напомню что мы остановились на словах его светлости Тот, кто прочтет хотя бы один аят, его светлость говорил, в этом месяце, в месяц Рамадан, Он получит награду, то есть за чтение всего лишь одного аята, он получит награду, равную награде чтения всего священного Корана. В связи с этим мы приводили и ранее обсуждая достоинство чтения Священного Корана, мы приводили ряд преданий, и на прошлой встрече также приводили предания от имама Хасана Асхари, алейсалату вассалам. Ну, хочется подчеркнуть, что, конечно же, чем человек больше прочтет в этом месяце, именно в этом месяце, аятов Священного Корана, чем больше он прочтет Священного Корана, то, конечно же, тем лучше для него. так как его светлость в своей речи говорит, что за чтение всего лишь одного аята, чтение то есть одного всего лишь аята равно, равно чтению всего священного Корана. Поэтому, конечно же, человек должен стараться, стремиться к тому, чтобы побольше прочесть, больше Корана прочесть. И это наряду с тем, что Имеется также предание о том, что в месяц Рамадан человек а, может приобрести больше знаний. То есть а, намного легче становится в этот месяц учиться и лучше усваиваются, лучше усваиваются а, знания и лучше приобретаются знания. Еще по причине того, что мы знаем, что знания находятся в голоде. Когда человек голодный, он более лучше усваивает информацию, которую ему доносит. Да, есть и такое предание, что именно таким образом человек может постичь, то есть будучи очень сытым, живя в роскоши и так далее, человек не может, это невозможно, постичь знания, приобрести знания. Ну, помимо этого, также э, в этой же проповеди его светлость, например, говорит о том, что э, говорит, чуть позже мы разберем эту его речь, его светлость говорит о том, что в этот месяц э, дьяволы, шейтаны находятся в заточении в этот месяц. То есть Всевышний их сковывает в этот месяц, дабы дать человеку возможность, возможность раскрыться, возможность действовать. Это значит ли, что человек может убежен от грехов, если шайтана нет в этот месяц, как бы он скован? Это обозначает ли то, что человек не может, чтобы он совершил грех, не может такого быть, чтобы он совершил грех? Потому что некоторые могут неправильно понять, подумать, что если шайтан скован в этот месяц, то значит и грехов... К величайшему сожалению, есть люди, которые на самом деле, дело в том, что согласно преданиям от непорочных, имеются предания, которые гласят о том, что есть люди, которые хуже шейтана. То есть они, в общем-то, превзошли шейтана и даже более того, являются учителями шейтана, у них учатся. То есть они являются его учителями, люди, которые являются учителями самого шайтана. Я к тому, что не всегда человеческие ошибки, грехи являются призывом шайтана, наущениями дьявола. Ни в коем случае. Это могут быть собственные страсти, правильно? Конечно, человек, как уже было сказано, согласно преданиям, он порой хуже. Он сам является учителем шайтана, сам ведет шайтана за руку. Понимаете? И это вполне понятно, потому что шайтан является джином, из рода джинов. Он, а, как известно, люди в своих возможностях обладают большими возможностями. Большими возможностями, чем э, джины. И поэтому мы в истории очень часто так было, что видели людей, знаем людей из истории, что превзошли дьявола, и дьявол учился у них. Но когда говорится, что вешая когда говорится что шайтаны скованы это означает что те люди в общем-то которые не дошли до этой пропасти до этого до этого разложения они в общем-то не искушаются в этот месяц они ограждены ну, есть люди которых, для которых грех стал привычкой они без без этого не живут и никакого шайтана им не нужно Шейтан стал образом их жизни. и прошу прощения, грех, совершение греха, греховность стала образом, образом их жизни, образом их действий, их привычкой для них стало чем-то естественным, обычным. И поэтому, говоря что шейтаны э, скованы, э, мы здесь можем понимать, что верующие ограждены, ограждены в этот месяц нарушений легче воздерживаться, легче. И это на самом деле испытано, и все прекрасно, любой верующий до сих пор хоть раз постящийся, прекрасно знает, что в этот месяц благие дела легче совершаются, а грехи, от грехов и лег, намного легче э, Избавиться. отстраняться от них. Именно об этом идет речь. Э, в любом случае... Его светлость говорит о том, что дьявол скован в этот месяц. Значит, для многих действий, для благих действий, каких-то препятствий серьезных нету. Человек может стремиться, в том числе, к приобретению знаний. Но опять-таки, мы, так как, в общем-то, живем на постсоветском пространстве, то есть имеем дело с постсоветским пространством, и, как известно, Советский Союз, он, в общем-то, старался всячески оградить, отделить, и, в общем, отдалить народы от религии, в том числе от ислама. И, как следствие, мусульманское население Советского Союза, оно, в общем-то, отделилось, отдалилось от ислама и исламского учения, в частности, от, от э, священного Корана. И поэтому мы сегодня наблюдаем, что, в общем-то, большинство мусульман... На сегодняшний день, на постсоветском пространстве, Коран читать не умеют. Поэтому немножко, конечно же, необходимо в данном случае уделить в первую очередь тому, чтобы научиться читать, научиться читать священный Коран. Поэтому мы говорим о достоинствах чтения священного Корана, но, в общем-то, забываем о том, что люди в большинстве своем, в абсолютном большинстве своем, Коран читать не умеют. Поэтому, конечно же, было бы намного лучше. Это было бы достойнее. Это было бы э, за это было бы огромная награда человеку, если бы он посвятил бы этот месяц, месяц Рамадан, тому, чтобы научиться самому и ну, как мы знаем, люди, которые живут э, на этом пространстве, на, как бы, в России, на территориях рядом с Россией, которые знают русский язык или английский, например, они в виде арабский язык, в виде буквы, они э, думают, что это невозможно научиться этому. То есть невозможно никогда научиться этому языку, так как они видят его, не понимают вообще, как тут можно чему-то научиться, тут точки, там какие-то запятые. Хотя, не, на мой взгляд, очень может, вот на ваш взгляд, за какой срок можно учиться читать? Не, на самом пара? деле, я не знаю, но, в принципе, очень быстро люди учатся. То есть можно буквально за 2-3 недели эм, уже начать читать священный Коран. Конечно же, придется практиковать какое-то время чтения, но все же за 2-3 недели легко можно научиться читать. Поэтому мне, мне кажется очень важным и даже возможно это является обязательным для мусульманина. Мне кажется, это и обязательным является, так как, как мы уже говорили, Коран является накрытым столом Всевышнего. Коран является средством воспитания человека. Это важнейшая и книга. И исцеление вот. для верующих, как мы называем Коран. Да, то есть обладает столькими достоинствами, таким множеством достоинств, что было бы грехом для человека ограждать себя и лишать себя этой милости, дарованной Всевышним. Также мы знаем хадис от посланника Аллаха, в котором говорит, что наилучшими из вас являются те, кто учит Коран и обучает его другим, и обучает его других. Да, абсолютно верно. То есть ну, множество и других, и другие предания имеются, которые призываются к тому, чтобы человек читал, учился Корану. Ну, конечно же, чтение Корана это еще это еще не предел обучения Корану. Человек должен понять, размышлять над священным Кораном. Человек должен учить толкование, то есть знать толкование и стремиться к тому, чтобы больше познать эту книгу. Но все это начнется, когда человек научится читать, начнет читать священный Коран. То есть начав читать научившись читать священный Коран, уже только после этого человек может серьезно изучать священный Коран. Поэтому, мне кажется, важнее всего здесь то, чтобы человек сам научился, и еще важнее то, чтобы он позаботился о том, чтобы его дети научились читать священный Коран. Здесь, конечно же, необходимо нанимать человека, который мог бы научить, или же дать в школу, где учат священному Корану. И так далее. То есть здесь об этом. Серьезная часть воспитания позаботиться. Да, необходимо позаботиться. Это важнейшая обязанность. Мы ну, сейчас на самом деле я немножко затрону еще одну тему, потому что очень часто сталкиваемся с этим. если возможно, это а тему затронуть после паузы. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на, пау на небольшую паузу, после которой продолжим. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о ценности и важности чтения Корана в этот месяц. Уважаемый Гурбан, вы хотите затронуть одну из важнейших тем, как я помню. Да, дело в том, что очень часто задают вопрос, то есть приходят письма, разного рода вопросы о том, в общем-то вопросы немножко такие, как бы это сказать, очень своеобразные вопросы, заключающиеся в том, что очень многие молодые ребята, молодые, молодые девушки, в общем-то, молодое поколение говорит о том, что вот мы хотим читать молитву, хотим поститься, изучать ислам и так далее, но родители, в общем-то, запрещают нам. Запрещают читать молитву, запрещают вообще хоть как-то приближаться к исламу, как-то быть связанным с религией, с исламом, поститься и так далее. Конечно, тяжело, тяжело сказать, что это за родители. Ну, мусульмане, но при этом мусульмане, это как бы подчеркивается в вопросе даже, то есть задавая вопросы, говорят, что да, это мусульмане, но то есть наши родители мусульмане, но вот они запрещают нам. Ну задаются вопросы тому, чтобы знать, можно ли ослушаться в данном вопросе родителей или нельзя ослушаться, если родители запрещают молиться, поститься в месяц Рамадан, соверш... то есть держать обязательный пост эм, и так далее, тому подобное, то можно ли ослушаться в данном вопросе родителей? То есть и... с одной стороны приказ Аллаха, с другой стороны приказ родителей? Да, здесь, конечно же, ослушаться можно, то есть даже нужно. Да, обязательно нужно ослушаться в тех вопросах, где Всевышний что-либо запретил или же что-либо приказал, а... но родители требуют обратного. Здесь непременно нужно ослушаться, нужно следовать приказу и велениям Всевышнего, а не родителей. Ну а во всех остальных вопросах, конечно же, необходимо подчиняться, прислушиваться к родителям. Но вопрос в том, что мы говорим о том, что родители должны, и это является их обязанностью, приобщать своих детей к исламу, приобщать их, своих детей к религии, давать им религиозное образование. В преданиях, например, говорится о том, что хорошо бы, чтобы родители обучали своих детей чтению молитв до того, как они достигнут совершеннолетия, до того, как они достигнут возраста, когда они становятся с точки, с точки зрения исламского шариата, становятся дееспособными до этого. Ну, например, хорошо бы, чтобы, эм, например, с 9-10 лет уже мальчик уже с отцом видел, как отец молится и вместе с ним молился приобщаясь таким образом к молитве, чтобы уже в совершеннолетнем возрасте, в 15-летнем возрасте, он уже мог самостоятельно читать молитву. Также есть девочка с 7 лет, с 8 лет или с 6 лет, хорошо бы, чтобы родители приобщали ее к одеянию, исламскому одеянию, приобщали ее к молитве и так далее. Но и в том числе это касается и чтения Корана. Родители, и согласно некоторым преданиям, лучшее, что может, лучшее наследство, лучшее наследство, которое может оставить родитель своим, своему потомству, своим детям, это хорошее воспитание, хороший нрав. Но, как мы уже сказали, именно Коран является средством воспитания. То есть то, с помощью чего Всевышний распитывает свои творения, это Коран. Коран именно для этого предназначен. Коран является уникальным средством для этого. Какой может родитель дать воспитание, какой родитель может дать нрав своему дитю, если он запрещает приближаться к священному Корану? Это очень несчастные люди, очень несчастные. И, нас, и они сами не осознают, насколько они несчастные. Они не только сами не читают молитвы, вы только вдумайтесь в это. Не выполняют приказы и смысл, цель того, ради чего они были созданы. Да, то есть мы иногда бывает совершаем какой-либо грех, мы отступаемся от повеления Всевышнего, при этом испытываем какие-то трудности, какие-то угрызения совести, нас мучают, мучает это, то, что мы ослушались Всевышнего. А тут обратите внимание, они не только сами не читают молитву обязательную, не только сами не постятся, не только сами не хотят, не хотят ничего знать об исламе, о священном Коране, изучать религию Бога, самую совершенную, последнюю религию Бога. Они сами этого не хотят делать. Так более того, они пытаются и прикладывают все усилия, и при этом грозят своим детям расправами некоторые задают вопрос, что отец угрожает меня, меня убить, если я начну читать молитву. Понимаете, это до чего до, дошло у некоторых людей. То есть они не только сами этого не делают, не только сами противятся велениям Бога, так они и других своих тех людей, которые младше их или находятся в их распоряжении, в их подчинении и так далее, так они еще им запрещают, своим детям запрещают, это, мне кажется, действие сравнимое Явная только здесь. Действие сравнимое только с действиями какого-нибудь фараона, фараона. Ко о котором упомянуто в священном Коране. Явно Явная это... вражда с Аллахом. То есть Аллах говорит одно, человек говорит нет. Да, быть, на это наоборот. прямое объявление войны Всевышнему. Это очень ужасное действие, ужаснейшее действие. Насколько эти люди несчастные, насколько они не понимают того, что они творят. Это, это к сожалению. То есть я... На самом деле никаких слов нету. Как это описать? Что это за люди такие? Волосы дыбом становятся, когда такие вот вопросы поступают. Люди говорят: вот, И это очень частый вопрос. Не то, чтобы один человек задавал, два человека очень частые вопросы, сплошь и рядом. Ну, в свое время э, очень, то есть это помимо того, что вопросы задают, и очень часто и в жизни, то есть мы сталкиваемся с этими людьми, которые подходят и, в общем-то, описывают ситуацию, что родители так или иначе запрещают. Ну а конечно вы... же, и э, нельзя их оправдать Они на самом деле совершают большой грех и будут наказаны на день. Но с другой стороны, можно понять то, почему они так это делают. Насколько неправильно распространяют информацию в СМИ о том, какой, каким, какой религии является Ислам, так как мы знаем, что эти люди, которые являются мусульманами, они не выросли в исламских странах, они не знают на самом деле, что такое Ислам, они не знают, кто такой наш пророк, что он делает, они не знают имя пророка, но именно историю, именно его действия, его деяния, они не ознакомлены с его жизнью, с его биографией, по этой причине именно они понимают Ислам так, как мы его преподнесли. Но можно, конечно, таким образом оправдать этих людей? Нет, я говорю, что это, оправдать это невозможно. Это конечно. тяжело это сделать потому что порой мы встречаемся с, с, с ситуациями, которые доходят до абсурда, обратите внимание. Вот, например, были молодые девушки, которые, в общем-то, я прошу прощения, в общем-то, одевались не самым подобающим образом. То есть любой здравомыслящий родитель должен был бы испугаться этого одеяния, понимаете? То есть, когда, когда твоя дочь растет и при этом таким образом вот одевается, достигнув при этом, конечно же, совершеннолетия, то есть уже молодая девушка, в принципе, вполне достигшая определенного возраста и одевается ужаснейшим образом, то есть очень открыто, понимаете? И родитель ничего не говорит. Таких ситуаций очень много было в моей практике. То есть очень часто видел что вот такие вот девушки, ознакомившись с религией так или иначе, приходя в мечеть или же слушая какие-то уроки, какие-то лекции в интернете, таким образом... Меняли образ жизни. Меняли образ жизни, образ одеяния и подвергались гонениям, избиениям со стороны родителей. То есть вы говорите, вот, в СМИ ислам преподносится не, не тем образом. Но мы также знаем, что... СМИ не тем образом преподносят некоторые нации, например, да. среди которых мус... э, нации, большинство из... представителей которых являются мусульманами. Ну, так почему же они не откажутся от собственной нации? Но нас, с другой есть? стороны, чувство э, стыда это у нас у всех заложено. Как бы человек должен стыдиться, когда у него дочь. Таким образом одевается. Это даже это если страшно, мы, мы не будем брать во внимание религию ислам хиджаб, не будем во внимание брать. Даже само то, что одеваются девушки неподобающим образом, это уже должно пугать и стыдливость это вызывать. то, что вот сегодня, на сегодняшний день родители не пугают вот, подобное одеяние. Я сейчас, давайте затронем вопрос, например, эм, христиан. Или же затронем вопрос не мусульман вообще. То, что... Дети так одеваются, и родители это не пугают это вообще явление последних нескольких десятилетий. То есть это всегда родителей пугало, это всегда приводило в ужас родителей. Даже в СССР это считалось очень плохим действием, когда девушка чуть-чуть была открыта. Да, это на, на протяжении всей истории человечества, обратите внимание. На протяжении... Даже платки одевали христиане мы видим буквально 20-30 лет назад. Да, ну, сейчас тоже одевают. То есть мы, Нет, тогда было более часть, если говорил. христиане. Да, это, конечно, на, я говорю, на протяжении всей истории человечества это было признаком, я прошу прощения, многомысленности и распутной легкомысленности. жизни. Такой, такой образ поведения, так, такое одеяние было своего рода униформой, понимаете? Униформой. Это было униформой. Униформой определенной касты женщин. И поэтому, естественно, одевшись если чья-то дочь так одевалась, они приходили в ужас от этого. И то, что сегодня в современном мире этого не происходит вне мусульманского мира, это, в общем-то, нечто новое, противоречит И... внутренним качествам человека. Абсолютно верно. Но при этом то, что это является не, не чем-то новым, одновременно является чем-то, что создает некую революцию в человеческом обществе. То есть это неизвестно, к чему приведет. Чем станет человечество через несколько десятилетий. Можно на Западе более ярко это заметно, но в России до сих пор мы видим иногда, что русские даже или, например, не, не, я не говорю про нации, а именно христиане. Они, видя своих жен или дочерей в вот таком одеянии, они начинают возражать и противоречить говорить, что это нехорошо так одеваться. И, ну да, понимаю. возможно, еще остались такие люди, да. но в любом случае большинство, в общем-то, смотрят на это как-то безразлично но в мусульманском, то есть в мусульманском мире это это еще не привелось за исключением некоторых небольшого количества стран, но в любом случае это для мусульман должно быть очень, в общем-то, опасным, опасной ситуацией. Но при этом мы видим, что нет, это их как бы не пугает, но при этом пугает длинная юбка, обратите внимание, это, это... Не знаю, те времена, которые ну, описывали. Бабушки буквально одевали эти длинные юбки. Да, то есть, это те иногда читаешь каких-то преданиях о том, что наступят времена, когда ценности абсолютно изменятся. То есть, ну, какая-то странная. Странные изменения произойдут в человеческом обществе. И не веришь, как это может произойти. Как человек может себя так вести. Как человек может таким образом жить. Когда слышишь, не верится в это. Да, когда читаешь эти предания, не верится, что может наступить такое время. Девушки похожи на мужчин. Когда мужчину люди будут, например... На э, ну, очень много преданий. Не хочу их касаться. Но когда видишь, что отца пугает длинная юбка дочери, но вполне он спокойно относятся к мини-юбке, например, здесь уже можно поверить во что угодно. Абсолютно во что угодно. Жду здесь уже какие-то слова, и вообще фантазия уже заканчивается здесь. Спасибо большое, уважаемый шейх Гурбан. Наша великая передача подошла к концу. Мы можем не попрощаться. Ассаламу алейкум, алейкум. Алейкум ассаламу алейкум. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся на этом моменте. Иншаллах, продолжим нашу тему на следующей передаче. السلام عليكم ورحمه الله يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات